Брестский государственный университет имени Пушкина, один из старейших университетов региона, к сожалению, в этом году столкнулся с некоторыми трудностями. Есть специальности, на которые не было подано ни одного заявления. Но между тем пользовались популярностью новые профили. Общий конкурс составил порядка 2 человек на место. Как всегда, в лидерах юридический факультет. Вместе с ним держали планку первенства специальности биологического факультета, а также факультета физического воспитания. Несмотря на то, что есть определенный дефицит первокурсников, мы довольны качественным составом. Во-первых, потому что к нам пришли многие абитуриенты, не только брестчины, но как никогда в прошлые годы. Их много с Витебщины, Могилевщины, с Гомельщины, причем, как ни удивительно, даже из университетских областных городов. Витебска, Новополоцка, из Мозыря. Есть немало абитуриентов. Это свидетельство тому, что наш университет высоко котируется среди других вузов. В техническом университете вступительная кампания прошла также успешно. Небольшой недобор был только на платную форму получения высшего образования. Особым спросом пользовались специальности строительного профиля, не сдают позиции и экономические специальности. Университет доволен итогами, которых, как считают, удалось достичь благодаря хорошей профориентационной работе. Прошло заседание приемной комиссии под руководством ректора нашего университета, где были подведены предварительные итоги вступительной кампании 2013 года. В целом, руководство БРГТУ и приемная комиссия довольны результатами вступительной кампании. На бюджет мы зачислили всех абитуриентов, которые поступали к нам и по плану нашего приема. То есть бюджет выполнен полностью. Контрольные цифры бюджета выполнены полностью. На платное обучение, значит, мы недовыполнили цифры приема, те, которые мы устанавливали, на менее чем на 20%. Скоро сентябрь, а значит, недолго осталось до начала занятий, когда студенты-первокурсники займут свои места в аудиториях университетов. Преодолеть порог поступления им удалось, но немаловажно еще и хорошо учиться. Но это уже покажет время.